Это вот сам лайнер. Вау, крутой. Да. А это у них чемпионат лайнеров по танцам. Вау, по жарким танцам. Да, я до сих пор не понимаю, как ты так спокойно жену отпустил? Столько мужиков вокруг, соблазнов куча, а контроля ноль. Ой, мне нужно всех судить по себе. У нас с Анечкой прекрасные отношения и полное доверие. И вообще, она сказала, что ей, кроме меня, никто не нужен. Потому что я у нее особенный. Я бы даже сказал, редкий. Да ладно, расслабься, мы же шутим. А то еще надуешь матрас и поплывешь проверять. Кто не совал деньги на благоустройство территории, все на добровольный субботник. На добровольный субботник, я сказал. Я вот думаю, если бы проводили чемпионат мира по жадности, то Петрович взял бы первое место. Нет, ребята, он бы первые три взял. Я вообще в шоке. За те деньги, которые мы ему постоянно сдаем, он мог бы мыть этот двор с шампунем. Ну да. А он еще вот субботники устраивает. Причем нашими же руками. На добровольно-принудительных началах. Да он ко мне домой чаще, чем свидетели Иеговы приходят. И такой, здравствуйте, не хотите поговорить о лавочках и бордюрах? Нужно всего лишь 2 миллиона долларов, чтобы их покрасить. Ну, лично, я свою индульгенцию уже оплатил. Я не знаю, что ты там за индульгенция? Да неважно, я свои бабки сдал, и все. О, я тоже считаю, деньги сдал и на свободу, с чистой совестью. Правильно. Хотя, почему бы немного не размяться, совместить, так сказать, приятную с полезным. Ах ты ж! А это что за мадама у нас тут такая? Новая мисс район, что ли? Я ее раньше здесь не видел. Девушка, день добрый, я помогу? Да. На субботник? Угу. Кстати, Саша. Инна. Инна. Очень красивое имя. Видимо, она у нас в доме квартиру снимала. Ничего такая. Здорово. О, приветники. О, здорово. Никитос, а что, с баблом прям такая лажа, что ты решил подработать в школе учителем физры? Чего? А что, нормально. Там требования несложные. Нужно просто пить наравне с трудовиком. Очень смешно. Я на субботник пришел. А этот домовой говорит, что я деньги не сдавал. Теперь придется отрабатывать. А ты сдавал? Нет. А что, я эти деньги печатаю, что ли? Этому на газон издай. Это какие-то крема и 3D-УЗИ сделать хочет. Кто? Ну, угадай, кто? Кто у нас беременный и хочет сделать 3D-УЗИ? Олег Петрович, наверное. Павленко! Ядрен батон, сидим, прохлаждаемся. А работать я должен. Ноги в руки и за мной. Да что ж я всем вечно должен, а? Я тоже, наверное, пойду. Куда? У меня сегодня очень важное дело. Единственный выходной называется. А, и что будешь делать? Пойду полистаю Бродского. Это ж надо единственный выходной так испоганить. Яночка, пойдем домой. Папочка, я в песочке кольцо потеряла. Какое кольцо? Мамино, блестящее такое, желтенькое. Полистал Бродского. Спасибо тебе, Яночка. Пожалуйста, папочка. Кто-то в клубах висит, разбивая сердца, и в коктейльных огнях вечера прожигая, кто ныряет в кредит, чтобы жить во дворцах, словно ветер по белому свету летая. Или строит мосты, снимает кино, изменяя пространство, век ускоряя. Может, в космос летит, только мне все равно, я гораздо сложнее задачи решаю. А я крутой папанька, папанька, я крутой. Никто не может больше, никто не может больше сравниться со мной. Я мог бы стать звездою, вершины покорять, но все-таки труднее, гораздо ведь труднее крутым папанькой стать.
сделать в школе ремонт, пробежать вместе кросс, научить попадать между глаз хулиганам, сделать даже сестру для меня не вопрос. Нужно только всего лишь согласие маму. На борьбу и футбол, на стрельбу и хоккей, прокатиться вдвоем на подножке трамвая. Мой сынишка со мной гораздо взрослей, только я почему-то с ним в детство впадаю. А я крутой папанька, папанька, я крутой. Никто не может больше, никто не может больше сравниться со мной. Я мог бы стать звездою, вершины покорять, но все-таки труднее, гораздо ведь труднее крутым папанькой стать. А я крутой папанька. О, отлично. Обожаю смотреть, как другие работают. Учись, сынок. Кто не работает, тот пьет сок в твоем случае. Давай, чин-чин. Папа, почему ты так плохо ищешь? Наверное, потому, Яночка, что ты его хорошо потеряла. Посмотри, сынок, 21 век на дворе, а люди до сих пор руками копают. Жень, а ты не думал как-нибудь по-другому поискать свое колечко? Мамины. Колечко, может, и мамина, а вот проблемы будут папины. Жень, у меня дома есть металлоискатель. Принести? То есть у тебя есть металлоискатель, а ты целый час смотрел, как я здесь на карачках в песочке ползаю? Ну да. Папа, не злись, нам же весело было. И нам тоже. Ну вот видишь, всем было весело. Так что, нести металлоискатель? Если вас не затруднит, Егор Игоревич. Не вопрос. Сынок, присмотри за мангалом, чтобы не потух. Я через 2 минуты буду. Хорошо. Макс, давай играть в банкобол. Привет, ба. Привет. Я вам тут свежих овощей принесла. А ты чем занимаешься? Да так, ничем. Чем еще можешь заниматься в субботу? Да что ты говоришь? А я уже сегодня успела на рынок сходить, обед приготовить и в квартире убрать. А ты говоришь, нечем заняться. Ты вместо того, чтобы диван давить, могла бы в квартире порядок навести. Ба, ну не начинай, а. А я еще не заканчивала. Живете по уши в грязи. Ты же будущая хозяйка. Как ты можешь лежать среди всего этого беспорядка? Просто я часть этого беспорядка, и он мне не мешает. А мне мешает. А ну вставай и за работу. Суббота у нее. Ну, бабуль. Я 15 лет бабуля. Пылесос в зубы и вперед. Пятнадцать лет рабства. Что? Ничего, уже иду. А у меня просто опыта мало в этом деле. Я ямки для деревьев никогда не копала. Что-то не так делаю, да? Да нету. У вас отлично все получается. Ну, по крайней мере, мне нравится. Я вот только думаю, нужно немножечко глубже копать. Глубже? Угу. Вот. Вот так? Вот теперь идеально. Олег Петрович,
Ну, Олег Петрович, почему именно я? Почему я должен выполнять эту работу? У меня даже собаки нет. Собаки нет, а долг есть. У кого собаки, те деньги сдали. А ваша квартира за прошлый месяц уже 1000 должна. Ну, пожалуйста, дайте мне другую работу. Любую. У меня просто аллергия на собак. Ладно. Я тогда это 120-й поручу. Они в прошлом месяце потоп устроили. А ты поедешь на рынок и купишь 20 саженцев березы. Спасибо. Я их даже сюда привезу. Лишь бы не этот фекальный квест. Держи. Ну, одна нога здесь, другая там. А на бензин? Павленко, ядрен макарон. Может, тебе еще командировочные выписать? Ты давай быстрее, а то я сейчас передумаю и будешь вот здесь собачью радость убирать. Хорошо. В смысле, я мигом, мигом. Вот так вот делаешь людям добро, а благодарности ноль. Ну куда ты эту землю поволок? Ну вот ни на секунду нельзя оставить. Вот, вот, Евгений, принимай аппарат. Классная штука. Мы с его помощью с Игорем даже тещу проверяли. В смысле? Ну, киборг она или нет? Ты что? Ты бы слышал, как пищали ее коронки. О-о-о! 2 недели со мной не разговаривала. Отличное было время. И как им пользоваться? Да, тут несложно. Твоего образования должно хватить. Но если не хватит, Игоря позовешь. Да, Игорю? Да... Игорь, ну что за... О, работает. Так, слушай, есть 2 правила пользования моим металлоискателем. Угу. Правило номер 1. Поломаешь, купишь новый. Правило номер 2. Найдешь клад, 50% моих. Чего? 60. Ну тебе. Так, Солнышко, а что ты делаешь с этим ведерком? Пасочку. Пасочку. А что ты сделала с мясом, которое было в этом ведерочке? Пасочку. Пасочку. Правда красиво получилось? О, Господи. Ну и кто? Кто будет есть эту красоту? Собачки. Собачки. Яна! Ну что ты сделала? Жень, ну что ты испортил такой шедевр? Это же пасочка. Егор, извини. У меня дома есть мясо, я сейчас принесу, мы его пожарим, и не хуже твоего будет. Да, оно тоже сутки в гранатовом маринаде лежало. Там тоже мелкими колечками лук нарезан, свежемолотый кориандр, кинза, да? Я мигом. Эх, как же я все-таки люблю всю вашу семью. Мы тебя тоже, дядя Игорь, очень любим. Вы бы еще каблуки надели. Надо даже правильно подбирать обувь на такие мероприятия. Ну, ничего страшного. Я просто неправильно наступила, и мне совсем не больно. Ай! Нельзя так легкомысленно относиться к своему здоровью. Вот у меня дома есть мазь от ушибов и растяжений. Можно наложить тугую повязку, и станет намного легче. И даже приятнее. Скорее всего, перелом. Если бы перелом, вот такая бы синяя нога была. Скорее всего, просто связки порвались. Тогда надо лед к ноге приложить. Ага, лед. Я видел, как одному мужику к ноге приложили на 3 часа. Отморозил. Пришлось отрезать. Так, вам что, заняться больше нечем? А чем? Чем-то полезным. Субботник все-таки. Вон, все люди работают, а вы что? Взяли бы мусор, пособирали. С чего это вдруг? Мой папа, между прочим, деньги сдал. Ладно, пойдем другим путем. За каждый мешок мусора плачу 30-ку. Идет? 50. 20. Договорились. Вперед. Мальчишки. Пусть с детства к труду привыкают и понимают, что только через усердие, только через правильное понимание, через... Так что насчет тугой повязки у меня дома? С бокалом красного вина? Я же могу и на руках отнести. Вика, не ожидала тебя такой сознательности.
Я думал, ты в выходной, как обычно, уткнешься в свой телефон. Беру свои мысли назад. Здравствуй, Евгений! О, мама, привет. Я не ожидала, что ты за такой короткий срок превратишь квартиру в свинарник. А ну, быстренько переодевайся и за работу. Мамочка, я бы с большим удовольствием. Но у нас там субботник. Я вот за мусорными пакетами забежал и назад. Люди ждут. Вот. Бери пример с отца. Общественный труд – дело полезное. Кого ты только такая ленивая? Бог в помощь. Папа, если ты веришь в Бога, не оставляй меня тут одну. А ты не одна. Ты с бабушкой. Закончим с полами. Возьмемся за окна. Ирочка. Ириша. Ира, держи. И неси мне лопату с балкона скорее. Никита, какая лопата? Что это за деньги вообще? На 3D-УЗИ. Ты ж так хотела его сделать. Ну, спасибо, конечно, но кто-то меня очень долго убеждал, что это все лишние траты. Ты не помнишь, кто это был? Откуда такая щедрость? Для тебя и моего сына мне ничего не жалко. Так, Павленко, я на вот это вот ничего не жалко, больше не ведусь. Где ты взял деньги? Ты же вроде на субботник пошел. Так и есть, на субботник. Только теперь не я работаю на субботнике, а субботник работает на меня. Это как? Ну вот ты отличишь березку, купленную в магазине, от березки, выкопанной в 5 километрах от города. Нет. Ну вот и я о том же. Неси лопату скорее. Знаешь что, Павленко? Тебе надо, ты неси. У меня сериал скоро начнется. Никита! А, да-да-да-да-да-да. Вот, мясо. Что за мясо хоть? Курица, окорочка. Окорочка? Ты хоть сам понял, что сказал? Что? Окорочка для шашлыка – это то же самое, что ты хотел посмотреть футбол, а тебе показывают женский чемпионат. Ну, извини, что было. А как у вас успехи? Нашли? Да, нашли. Ой, слава богу, молодцы. Да, мы много чего нашли. Вот, смотри, болтик, проволочка, гвоздик, две булавочки и крестика. Егор. А? Слышишь, отдай мне вот эту штучку поискать чего. Всегда хотел. Олег Петрович. По-моему, вы без всяких приборов на нюх чувствуете, где у нас и что не так лежит. Ну, работа такая. А, да. Ну, можно? Держите. Пользоваться знаете как? А что знать? Как запикает, значит, что-то есть. Ну, типа того. Женьке потом вернете. Ну, давай свои куриные ноги, ценитель шашлыка. Ой. Вот, вроде неплохо получилось, да? Так, диктуйте номер, я сброшу. Неплохая попытка. Ладно, только попозже. Так, хэштег «Мисс Субботник». Все, вы звезда Инстаграма. Кстати, а не хотите посмотреть на мою скромную холостяцкую берлогу? Могу провести экскурсию. Не сомневаюсь. Да вы не поняли, виртуальную экскурсию. Так, вот здесь у меня домашний кинотеатр. А здесь у меня шест для танцев. Ну и вот мягкая, большая, удобная кровать. Ну, понятно. Очень удобно. С шеста в кровать. Ну да, типа того. Да нет, что... Вы не так поняли. Я не такой. Я вообще девственник в третьем поколении. Это что такое? Зачем он здесь нужен? Как зачем? Мы же договорились. За каждый мешок мусора оплата. А, да. Точно, вспомнил. Ну, раз договаривались, держите. Ну все, бегите, бегите, юные санитары района. Я, если кому что пообещал, то слово свое сдержу. Ну, такой я человек. А, я же самое главное не показал.
А вот у меня святая святых – джакузи. Ну, конечно, фотография не передает всей красоты. Лучше один раз увидеть вживую. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ого. Вот это новичкам везет. Ха-ха. Вот это да. Фу, наконец-то. Я уже думал, мы его потеряли. Что? Спасибо вам, Олег Петрович. Да вы совесть потеряли. Вообще-то это я нашел. Да, но это наше кольцо. Мы его тут полдня ищем. Да? А чем докажете, что оно ваше? На нем написано. Нет, ну это... Ага, ну я так и знал. Значит, максимум, что я должен, это отдать 80% государству. А вы, вместо того, чтобы завидовать и пытаться отобрать чужое, могли бы просто поздравить. Ёлки-палки, что за лес? Ни одной березы. Думаю, березки немного подожду. А, что за люди пошли? Аж бесит. Чистюли, блин. Да, с нашими занудами мы никогда не разбогатеем. О, у меня идея. Так может, мы в соседний двор пойдем? У них же сегодня субботника нет. И мусоровоз не часто приезжают. Там этого добра завались. Это гениально. А когда я предложил крыс в подвале завести, чтобы мне кошку купили? Это ведь тоже гениально? Нет, это просто тупая идея. Пойдем быстрее. Ничего. На счастье. Это вряд ли. Эх, Жека, вот дострою свой дом, буду вот так каждый день делать. Поставлю себе такой трон, Алину корону с надписью «Хозяин бани» и буду смотреть, как тихонечко за высоким забором умирают от зависти мои соседи. До сих пор не верю, а? Как так можно было поступить? Просто слов нет. Смотреть противно. Я и тебе сразу сказал, что шашлык из окорочка – это отвратительное зрелище. При чем тут окорочка? Я про этого, Олега Петровича. Какая прелесть. Ну-ка. Вот слизняк. Женя, а ты сейчас думаешь о том же, что и я? Ты хочешь сказать, что... Эда! Прости тебя, пожалуйста! Извини тебя, пожалуйста! Я больше не буду! Интеллигенция, ты сейчас думаешь не о том же, что и я. Есть у меня одна идейка. Что же делать? Алло, да! Ира, с
тобой все в порядке? Что случилось? Никита, я в шоке! Это так подло, так низко! Как несправедливо бывает в жизни! Что? Что? Я опять не так сделал! Да при чем здесь ты? Представляешь, тут вызов несчастной любви. Она приходит домой, а Родригес ей изменяет сестрой прямо у них дома. И он ей говорит, что она не так все поняла. А та той потом сказала, что это было... Так, Ира, стоп. Это все очень печально и интересно, но я тебе звоню по другому поводу. Я сейчас в лесу. Пока искал березки, увидел, как какой-то странный мужик что-то закопал в землю и ушел. Я не знаю, что там. Поэтому и звоню посоветоваться тебе, что мне делать. Выкапывать или не выкапывать? Там может быть что-то ценное. Это же сразу решит все наши проблемы. Так что делать, как считаешь? Ира? Ира, ты меня слышишь? Ну его нафиг! Может, папа не заметит? Ну, папа, может, и не заметит. А вот что скажет мама? Ну, что мама? Подумаешь, какая-то ваза. Какая-то ваза? Да это была ее самая первая награда, которую она в танцах выиграла. Она над нами так не тряслась, как над ней. Даже пыль не разрешала вытирать. Мама будет в шоке. Боже мой, я же не знала. Теперь знаешь. У вас с мамой, прямо скажем и так, не безоблачные отношения. А тут такое. Боюсь, она теперь тебя и на порог не пустит. Что ж мне делать? Пластическая операция, смена фамилии и программа защиты свидетелей. Господи! Да шучу я, Ба, расслабься. Хотя смешного мало. Ладно, Ба, не расстраивайся. Ну, я все возьму на себя. Ну, это ж неправильно. Тебе ж достанется. Ну, ничего. Мне не привыкать. Зато ты, как и всегда, сможешь приходить к нам в гости. И даже если меня очень сильно накажут, оно того стоит. Правда. Спасибо, внученька. Ну что ты, бабушка? Мы же одна семья. Спасибо, родная. Ну что, продолжим? Ой, ой-ой-ой. Что? Ой, сейчас, сейчас. Ой, бабушка, у меня, кажется, спину заклинило. Ой. А знаешь что? Отдыхай. Я как-нибудь сама закончу. Подумаешь, какие-то окна. Расплюнуть. Вот это я понимаю. Мусор, грязь, бутылки. Все, что нужно для нашего бизнеса. Только в следующий раз ты в баки полезешь. Договорились, напарник. Сопляки, а чего-то вы тут третесь? Это мой район и мой мусор. Извините, дядя Бомж, что вторглись в ваше владение. Отпустите нас, пожалуйста, мы больше не будем. Валите отсюда, чтобы я вас больше тут не видел. И не увидите. У нас другие планы на будущее. Просто нам за мусор деньги платят. Что ты сказал, малой? Кто тебе за язык тянул? Где и сколько? Да тут недалеко. За каждый пакет мусора 20. Десятку за каждый пакет. Так, давайте с вами так. Вы нам приносите мусор, мы рассчитываемся. Идет? Господи, пожалуйста, пусть там будет то, о чем я думаю. Тише!
окна дома открою. Слышь, мужик, а ты не охренел? Вы здесь? Почему вы здесь? Эй, придурок! Это мой сундук и мои сокровища! Так что быстро поставил его на место! Да ну нафиг, не может такого быть! Олег Петрович, что-то случилось? Может, потеряли что? Вот, ключи не могу найти. Где-то обронил. Ай-яй-яй, какая досада! Внимательнее нужно быть, Олег Петрович. Вам вон жильцы целый дом доверили, а вы со своими вещами разобраться не можете. О, Егор, одолжи мне вот этот свой миноискатель на полчасика. А не могу. Чего? А Женечка сейчас как раз в поте лица ищет кольцо своей жены. Угу. А этих колец тут, видимо-невидимо. Уже не знаю, куда и складывать. Вот думаю, может, ювелирный магазин открыть. Вариант. Ну и ладно, сам справлюсь. Удачи. Так вот, Жень, ага. Ищу я, значит, твое кольцо и нахожу вот это. Ух ты! Егор, это ж мои ключи. Откуда я знаю, что это именно ваши? На них что, написано, что ли? Ты чего? Ну, идем, мой замок откроем. Или чердак, подвал, они подойдут. А если моя жена кольцо примерит, оно тоже подойдет. Ну и фиг с вами. У меня-то дубликаты есть. И где они? Дома они у меня. Так, немедленно отдайте ключи. Простите меня, пожалуйста, это вышло недоразумение. Я же не знал, что это ваши сокровища. Какие нахрен сокровища? Ты что, совсем дурачок, что ли? У нас уже второй день корпоративный пиратский квест для Лесинвест! Этот сундук для нас здесь закопали. Господа пираты! Секунду вашего внимания! Поздравляю вас, джентльмены удачи! Квест пройден! Идите в бар, где вас ждет награда «Достойная богов!» Да! Господа, господа, чувствую, сегодня мы позавидуем мертвым. Лопни, моя селезенка! Да! Скорее печень! Да! Джек, а что мы будем делать с этим вонючим кальмаром? Давайте вздернем его на рее! Да! Давайте скормим его акулам! Да! Да! А может быть, перережем ему глотку? Да! Давайте выпустим ему кишки! Да! Господа, господа, пойдемте лучше в бар, а то без нас там все русалки расплывутся. А с этим потом решим. Либо на рее вздернем, либо йо-хо-хо! Все в бар! Да что вы говорите? Да я очень люблю петь, и я даже в детстве мечтала стать певицей. Какое совпадение, я тоже. Ну, в смысле, не певицей, а певцом. Ну так что, может, все-таки поднимемся ко мне? У меня дома караоке, бар. Можно сказать, караоке-бар. Споем что-нибудь на два голоса. У меня замечательный баритон. Сердце красавиц склонно к измене. Ну что, соглашайтесь? Александр, вы такой смешной. Вы как будто видите меня насквозь. Дядь Саш, мы тут мусор привезли. Давайте рассчитаемся. Что? Какой мусор? А, мусор. Да. Ну, договор дороже денег. Сколько я должен? 20-40? Ну, смелее, не стесняйтесь. Каждый труд должен быть оплачен. Ну? Ну, 440. А там мы разберемся. Сколько? Так, я не понял, а это что за мусорный барон? Или это наш новый жилец со всеми своими вещами? Ну что, ты деньги платить будешь или как? А то у меня это скоро обед. Тебе я платить ничего не буду. И ты это, знаешь, давай, отойди подальше. Иди вон бутылки собирай. Ах ты гнида. Ну тогда давай собирай это все сам.
На, бери, собирай. Хорошо, тебе домой. Вот так, вот тебе домой. Собирай, молодец. А я говорю, кто кольцо нашел, тот и хозяин. Олег Петрович, а скажите вот так. Моя прелесть. Какая еще прелесть? Ты что мне голову морочишь, Малышев? Верни ключи. Я сказал, верните кольцо. Папа. Яночка, подожди. Я сейчас договорюсь с дядей Голлумом, а потом скажешь, что хотела. Как ты меня назвал? Книжки нужно читать, Олег Петрович. А если читать не умеете, хотя бы фильмы смотреть. Да я и книжки эти читал, когда тебя на свете еще не было. А, так это и был в последний раз, да? Папа, ну это важно. Яночка, сейчас важно другое. Так, меняю ваши ключи на свое кольцо. Это мое последнее слово. Иначе идите, ломайте дверь у себя в квартире. Да. Это дороже обойдется. Ладно. Но сначала ключи. Сначала кольцо. Или полезете в свою квартиру через окно. Через собственную надежную чугунную решетку. Ладно. Давай одновременно. Раз, два, три. Ну, Малышев, я тебе-то еще припомню. Постарайтесь успеть до склероза, Олег Петрович. Не успеет. Яночка, а ты что хотела? Я нашла колечко, которое потерялось. А ты же говорила, что колечко мамино. Ну да. Я его сама для мамы сделала. Из фольги? Ага. Нужно будет дать объявление. Может, найдется хозяйка настоящего кольца. Ладно, кладоискатели. Пошли хоть окорочка пожарим. Яночка, ну почему ты раньше не сказала, что оно из фольги? Яна! Только не говори мне, что ты опять сделала пасочку. Дядя Игорь, вы что, тю-тю? Как можно из окорочков сделать пасочку? Фух, а я уже перепугался, думал, что ты опять того. Я просто имя покормила своих друзей. Они все съели. Яночка, они же сырые. А моим друзьям понравилось. Они даже хвостами виляли. А, ты про собачек? Ага. Женя, вы что сегодня всей семьей решили меня голодом уморить? Я понял. Я в магазин. Так, половину нашего экипажа мы уже потеряли. Так да. Никто ж не уточнял, какая именно должна была быть бутылка рома. Именно поэтому ты взял 5-литровую? Да. Опа! О, дурачок, сбежал, а вы ему еще хотели 200 баксов заплатить за такую импровизацию. Плохо у наших людей с чувством юмора. Ну вот сразу понятно, откуда такое воспитание. Дети мусор по двору разбрасывают, а родители-шантажисты чужое имущество вымогают. Как говорится, яблочко от яблони. Малышев-младший, а картофельные очистки ты мне оставил? Собирай, собирай, солнце еще высоко. А вот мне интересно, кто это придумал, а? Покупать мусор по десятке, а продавать его по двадцатке. Максимилиан, мне кажется, я тебя этому не учил. Это не я, это Игорь. Красава, моя школа. Ну все, давайте, пошли. Мусорная мафия, а вот это мне куда девать? Так, голубки, а ну стоять. Ты куда намылилась? Никуда. Ну, то есть Саша предложил попить чай с пряниками. Так я категорически против, я запрещаю. Так, а я не понял.
А с каких это пор вы, Олег Петрович, вмешиваетесь не только в общественную жизнь, но и в личную? Я вмешиваюсь в личную жизнь своей племянницы. И тебя это не касается. Инночка, я очень хорошо знаю этого непостояльца нашего двора. И никакого чая, тем более печенья, у него дома нет. Он уже тут с половиной района чаи гонял. Когда это у тебя уже труба от самовара отсохнет? Поэтому вы, барышня, быстро домой, быстро. Извини, Саш. Ну ничего, увидимся. В следующей жизни. Павленко! Павленко! А ну-ка иди сюда. Явился, не запылился. Ну, где саженцы? Нету. И почему я не удивлен? На меня, наверное, затмение какое-то нашло, если я решил что-то поручить Павленко. Ну, давай деньги. Это... денег тоже нету. Павленко, ядрен картон! Где деньги? Я их потратил. Но я все верну. Сколько мы вам там должны были? 1000? Будем должны 3. Так, Павленко. Ты у меня собачьи какашки будешь собирать, пока долг не отдашь. Ты у меня их так собирать будешь, чтобы они до земли не успевали долетать. Вот тебе пакет. Иди занимайся своим любимым делом. А перчатки? Перчатки, Павленко, денег стоят. Иди, иди, работай. А с мусором этим что мне делать? О, 120-е. Уважаемые, а можно вас на минуточку? На минуточку. Ага. Сначала беременным. О, спасибо. Ну-ка, подвинься. М? Ну, ты сегодня вообще молодец, Вика. Целый день проработать в подчинении нашей бабушки не каждому удастся. Уж поверь мне. Да ничего сложного. Мы быстро нашли общий язык. А ты можешь мне рассказать, как у тебя это получилось? Это не важно. Кстати, пап, помнишь, Макс притащил такую стеклянную штуку? А, такую грязную стекляшку? Да. Ну. Так вот, она разбилась, и я ее выбросила. Ну и хорошо. На счастье. Если честно, я сам искал повод от нее избавиться. Но Максу об этом скажешь сама. Ладно. Класс, мясо. Никита, блин. Ты хоть руки помыл? М? Ну что ты такой, я не понимаю просто. А где Яна? И где кольцо? Я его здесь положил. Я тут. Октябрь, ноябрь, декабрь. Точно, как в сказке 12 месяцев. Ты катись, катись, колечко на весеннее крылечко, да по зимнему ковру, к новогоднему костру. Крутой папанька, папанька, я крутой. Никто не может больше сравниться со мной. Я мог бы стать звездою,